Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Realme 9 Pro. Сейчас я покажу, как настроить это устройство так, чтобы оно реагировало на фразу «Окей, Google». Итак, как же включить «Окей, Google»? Для этого нужно нажать и удерживать кнопку посерединке, затем нажать в правом верхнем углу на значок вашего аккаунта и нажать на кнопочку «Настройки». После чего выбираем Google Ассистент и нажимаем «Voice Match». Нажимаем «Окей, Google», и он попросит нас зарегистрировать образец голоса. Нажимаем «Принимаю» и говорим трижды «Окей, Google». «Окей, Google». «Окей, Google». Нажимаем «Финиш». Ну и, собственно, все. Теперь языки общения с ассистентом. Нужно выбрать те, которые мы собираемся использовать. Русский. Зачем нам итальянский? Русский, английский максимум. Русский, английский. Ну и, собственно, все. И теперь говорим «Окей, Google». Как у тебя дела? Он решил перевести. «Окей, Google». «Окей, Google». Все, уже не работает. «Окей, Google». Эй, друг, ты чё? Ну, работает он так себе, если честно, как вы сами видите. «Окей, Google». Так, ну, мы его включили. А работает он или нет, это уже совсем другое дело. Ну, тут уже не от нас, к сожалению, зависит. Давайте попробуем перезапустить его. «Окей, Google». «Расскажи анекдот». Ну, видим, что он тупит жестко. Он понимает, как бы, но он тупит. Потому что что? Потому что тут Google Ассистент не встроен в прошивку. Он работает только исключительно через приложение Google. Это, кстати, минус. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.